Расскажи, что происходило на ИК 40. Ну, одним общим словом это можно назвать беспределом. Чем встретили меня ударами сразу, я зашел в приемник, встретили ударами. 2 дня пробыл в карантине. А кто бил? Сотрудники. Сотрудники? Сотрудники. Фамилии не знаешь? Нет, фамилии не могу. Ладно, что дальше происходило? Ну, потом, после приемника, меня поместили в карантинное отделение, где также били, заставляли учить администрацию, имена, фамилии, чтобы запоминал я, как кого зовут, у кого какое звание. Кто этого не знает, тех начинают опять бить. Если не запомнил, подходит там инспектор, говорит, рассказывает администрации, ты должен все фамилии, 50 или сколько, штук, все назвать. Если где-то ошибся, тебя опять начинают бить. Инспектор, это младший сотрудник? Там и младший сотрудник, инспектор, мог в опер зайти, любой вообще сотрудник, по всем заходит, если ты не знаешь чего-то, все, тебя начинают сразу бить. Я просто трёсся, я не могу запомнить, я так и не запомнил эти фамилии, Меня 2 дня там побили и поместили в ШИЗО потом. В ШИЗО я сидел, ничего особенного там, просто сидел, ничего не делал, ничего не ломал, просто сидел. Где-то в сентябре, в начале месяца, меня вызвали на беседу, на оперативную. Захожу, поздоровался с начальником. Начальник говорит мне, почему у тебя не застегнуты пуговицы? Я ему говорю, тепло, на дворе лето, мне не холодно, потому не застегнуты. Он говорит, а что с руками у тебя? Нормально у меня все с руками. Все, он говорит, определите его по жизни. Сотрудники берут меня за руки, заламывают, прям при нем, при начальнике, на пол кладут. Потом берут, тащат в отдельный кабинет, в конец по коридору, в кабинет. Там замотали мне ноги, ноги и руки вместе скотчем сматывают. Одежду все разорвали на мне, трусы, штаны, все там, все разорвали. Ты голый, да? Да, я голый, так лежу, ноги привязаны к рукам, сзади там же. Кто был на рапорте, когда начальник был колонии? Козик. Все, мне замотали рот скотчем. Все, давай на мне там спрыгать, скакать, принести пол. Заматывал, попрыгнуть. Фамилия сотрудника, можешь назвать? Это оперативный сотрудник или младший инспектор? Гаврилов, это оперотдел. Потом Купряшин. Потом Николай Николаевич, фамилию его не знаю. Они на данный момент работают на ИК-40? Да, 5 сотрудников, да. Вот в кабинете это происходило.